Что мы обязательно сагитируем, он мой крестный. А потом пойдем к твоему отцу. Ты чего сидели? Ты зачем привел этих щенков ко мне? Мы это... Ты не мычи, не телок! Зачем, спрашиваю? Дядь Яша. Ну? Все вступили в колхоз. Ну и что? А ты нет. Ох, я нет. Иди. Пошли. Пошли. А ты говори, а потом к моему отцу. Такого агитирую. Ну, щенок. Дядь Яша, все вступили в колхоз? Один ты. А мы же давно вступили. Мужики, да вы что, глядите? Эти он не чистая сила убьет ребенка. Он как выздоровел. Я тебе покажу колхоз. Митрич! Митрич! Пайку Полетаеву убивают! Племянничек! Чего надо? Чего? Чего надо? Чего надо? Чего сбежали к моему двору, к моим воротам? Кабеля спущу! Чего надо? Вон какая ваша, народ учить! Вон отсюда! Сейчас вилами запорю! Я покажу колхоз! На век запомнят! А вы, мужики, чего сбежались? Чего сбежались? Я вам не спектакля! А ну, марш от моего двора! Не то возьму вилы! Айда, ребята! От него всего можно ожидать. Ну? А ты что носом-то шмыгаешь? Какой дурак вам дал эко-задание? Айда, ребята, по домам. Не за свое дело взялись. Нашли кого? Агитировать. Подожгу. Обязательно подожгу. Ты поджег? Чего? Ригу вон его! Это почему я-то? Так это ж ты, щенок, ко мне на двор приходил за колхоз агитировать! Держись.
А ты почему, собственно, уклоняешься от коллективизации? Саботаж. Скажу маленько. Вот-вот, несознательно. Помолчи. Сядь. Мне слово. Да не поджигала Ригио. Как я мог поджечь, если я не со всеми прибег на пожар? Меня все там видели. Ну, а кто ж тогда? Может, дружок твой? Мишка Харламов? Не. Ну, а кто тогда поджег-то? А я откуда знаю? Может, он сам ее поджег. Ух ты, щенок, да я тебя... Подержись. А это чтоб колхозу не досталось. Товарищ. Что же он сумасшедший, чтоб сам себе поджигать? Да как же. Знамо, что сумасшедший. Про то все знают. Да ты про родного дядю такое говоришь, щенок. Николай. Товарищ. Николай Михайлович. В чулан его. Да что же это? Пусть покумекает. Что к чему? Думай, поджигатель. А тебе, Иван Политаев, спасибо. Ступай. Вон там тебя батя ждет. В чулан. Снимай валенки и полушубок. По какому такому праву? А чтоб не осмелился совершить побег. Ну что, поддержишь меня? В чем? Ну ты не знаешь, по селу раскулаченных увозят, и мою польку тоже. Ясно. Так вот, запомни, я вам польку не отдам, я на них женюсь, понял? Я прошу Пелагею Савкину из вашего списка вычеркнуть. За отца и деда она не ответчик. То есть как же? Как не ответчик? Она дочь Епифана Савкина или не дочь? Дочь. А не она же наживала богатство. Ты комсомолец? И что с того, что я комсомолец? А то, что комсомолец, следовало бы знать о политике партии по вопросу ликвидации кулачества как класса. Кулака надо вырывать с корнем. Полька не корень, она моя жена. По честь. По честь. Это что же будет?
что же будет? Ежели все комсомольцы на кулацких дочерях переженятся. Ты подумал, что говоришь? Я подумал. Я и... Мы любим друг друга. Ах, вот оно что. Странное рассуждение члена бюро комсомольской ячейки. И же никакой воспитательной работы у вас тут нет, дорогие товарищи. Можете оставить пульку? Не можем оставить, потому и не оставим. И давно у вас с ней этот самое почесть? И твое собачье дело, понял? Понятно. Все-таки комсомолец должен стать выше личного, когда дело касается политики партии. Да пошел ты. Сам знаешь куда. Я сказал, не отдам пульку. Да пошли вы вместе с вашим комсомолом. Ох ты, конь! Сиди! Говорю, Кручинин! Ну, вот точки твои заживет. Вот она порвалит. День добрый. Че тест вам добрый полетел на пороге? Че это вы? Куда идти-то? Куда хошь? Проходи. Ну, товарищ. Как поступать думаешь с зерном? С каким? Которое в излишках. Схоронил. Куда? Показывай. Ты найди, я укажу. Я ж тебя в каталажку запрячу. И двор опишу. А того не хошь. Ты как разговариваешь с товарищем полномочным? Разговариваюсь, понимаешь? Саботажник ты и классовый враг, Яков. Подкулачник, иди. Ладно, начинаем. Ты потыкай в мою задницу, может, чего отыщешь? Ты поговори, поговори, я потыкаю. Империализм войной грозит. Походом смертным на Россию. Но он супостат нас голыми руками возьмет. Разденете, супостат возьмет. Мужика рабанете, возьмет. От двух равнозначных дел Россия в беде будет. От военных невзгод и от пагубы земли. Колхоз до вас только народились, а вы уже со щупом. Как же потом? Сегодня у вас один щуп, на завтра тысяча будет. Вот и пойдете с ними по всем дворам, как солдаты с винтовками наперевес. Супостаты против земли-то своей. Внутреннего пути у вас нету. И оправдания вам не будет. Ты, Соловей, знай, где край, да не падай. Боюсь, не упаду.
Люди ведь мы. Поддержать надо, чтобы с радостью в сердце землю-то подымать. Не жалко людей-то, а? Подкулачники мироед, ты соловей. Мироед, тот эксплуататор. А у меня сроду работника не было. Своим горбом. Я хозяин. Найдем у тебя статью. Си-си. Здоров ты душою, Коломный. Глаз у тебя мертвый, око твое не играет. И жизнь скрываешь, и совесть не этого, нечиста. Он Шабатин секретарю кома от партии наезжает. У него глаз прямой, смотрит прямо на все, он тоже за колхозы. Глаза у него светятся верою, совестью партийной. Будем по рутаре. Сейчас кобеля спущу. Ты чего, чего удумал? Ты чего? Мы ведь найдем на тебя управу. Найдем. Ты что? Давай, ты что? Ты что? Давай, давай. Давай, ты меня упаришь, ты, а? Ты смотри. Иди бабу свою пощупай. Уклонись ты! И правый оппортунист! Ушел! Некогда, некогда мне тут с вами. Ну что же? Сводки по займам я за тебя должен готовить, что ли? Сводки готовы у тебя на столе. Ждут подписи. А по налогам? По налогам еще не готовы. Почему? Почему я вас? Я тебя спрашиваю, почему? Слушай, Воронин, кто тебе дал право орать на меня? И на других тоже. Кто? Что какая? Ты видал? Аристократ, понимаешь? Буржуй. Че тебе? Вещи. Ну, опаска, зайдешь. Давай, давай, давай. Ну, сказал опаска, но иди. Не кричи на него. На. Дела. Ты мне давай отвечай по существу. Почему не готовы сводки по налогам? А? Спроси Степана Степановича. Их еще собрать надо. Налоги-то. А потом уж рапортовать в исполком. Ага. Так, 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 так. Ты, Воронин, лучше подумал, как люди перезимуют. Хлебушек весь вымели. Да блинки. На труд одни ни грамма не оставили. И фураж весь выгребли до зернышка. Сено, солома до Рождества не хватит. Что лошадям давать будем? Вот так чего. Интересно. Тетенька-то твоя. Вижу, кулацкая, товарищ секретарь сельского совета. Будь ваша власть, вы б рабочий класс давно голодом поморили. Ведь ни дни прогресса, ни сталинградского тракторного, ни магнитки с вами не построишь. Рабочий класс скорее помрет с голоду, ежели мы поморим пахаря. Кормильца. Ага, кормилец. Слыхал? Слыхал я такие речи-то еще в 21-м годе от некоторых. И еще он от Соловья, Якова. Так с ним о чем взять-то? Он в сельском совете не сидит. А ты? Ну, нет. Эх, дурачок я тогда был. Ведь не поверил, не поверил же. Иван-то, Полетаева. Ведь правильно он только сказал. Нарочно ты рысачку-то волкам скормил. Чтоб, значит, не отдавать молодую лошадь колхозу. Все, что скажешь? Я ведь еще разберусь, Харламов, где ты гербовую печать достал. Чтобы, значит,
снабжать всякими незаконными справками там под кулачников. А что, красавчик? Вызови Ваньку Полетаева. Он тебе подтвердит, что наговорил на меня по злобе. Вызови. Разберусь. Разберись. Только без меня. Ты что, никак в бега собрался? А ты думал, за штанину за твой держаться буду? Не дождешься. Забирай, дорогой председатель, это добро, и команды тут один. Ты у нас самый умный. А меня уволь. Или бери. Хотя к власти не убежишь. А я от нее и не бегу. Она мне не чужая, своя власть. От тебя с превеликим удовольствием. Еще дождешься, не такие бега увидишь. Сердечно. Вернитесь, гражданка! Отпусти, сынок. Убогая она. А убогая это чей тебе? Товарищ, какой мне, как бабы? Отпусти. Какая польза? Лба она не крестит. Отпусти. Серпа молота. Убогая она. Не признает. Ну, товарищ, одно слово. Какого двора? Подневора коротко. Мироед из мироеда. Товарищ. Отпусти! Отпусти на волю! Товарищ! Отдай! Товарищ, товарищ! Отпусти! Хрен с тобой! Забирай дуру!
Садись, брательник. Наш паровоз вперед, лети! Кому не остановка! Бабеньки, да что же это такое делается-то? Это ж конец свету! Господи, Пресвятая Богородица! Да что же это церква-то молчат? Да куда же подевался, черт? Ой, о ком, обывание звонаря, о ком же еще? А что звучит-то? Колокола на тракторы перелили. Американец, поди, не дурак, хороший продаватель. Он дает дерьмо, берет Москву, Россию, больше нет. Чтоб не случилось, мужики, и все к лучшему. Вот это ты в самую точку попал, Соловей. Для тебя хуже ничего быть не может. Завтра, как выйдут эти вонючие трескуны Наполя, как начнут перепахивать все межи подряд, так ты днем с огнем не отыщешь завтра своей делянки. А мне колхозничку и горюшку мало. Наплевать на эти межи. Потому как теперь у нас все общее. Общее, значит, ничье. Вот об чем думаю я, мужики. Отыщут ли люди в языке своем другое какое слово, что могло бы сравниться по значению своему с землей или хлебом? Разве что слово «мать» может стоять рядом. Другие мне дано. Слово это заключает в себе и русское поле, и крохотный Петьки Харламова надел на нем, и горсть праха, брошенную в могилу предков наших, и всю человеческую обитель, земля. Пришло время, мужики, когда нас земля-то отдана властью советской в крестьянские руки. Так не пожалеем ни мы, ни кто над нами ею худого. Не истощим ее, не истопчем, не забудем. Чтоб не стала она нам мачехой, а мы чужаками. С Богом, мужики! Пошли!
благодать. А вот когда коммунизм, социализм построим, вся наша земля, планида, будет один сплошной без голого пятнышко рай. Так в ученой книжке пропечатано. Карп Иванович, социализм да коммунизм поминали, а дела наши делом делали. Пойди-ка в Подифоров сад, коли ты мой помощник. Да полкуч, пожалуй, молодняк. Ароматы! Чего тебе тут надо? Это я тебя хотел спросить. Где его, под которым ты стоишь, посадил я? Ты не бойся, не выдам. Ваш. Чей же? Чем ты хоронишься? Боюсь, дед, посадят меня. И пропадет она с малым-то. Но ведь и это не жизнь. Раньше при царском режиме в моем саду Федор Орланин от жандарма упрятался. Это понятно. А ты от кого? Боже ли это? Ну, приди в сельсовет, покайся, повинись, людей простят. Не враг же ты. Не троцкист какой. Ну, может быть, дадут при могилке, срок невелик. Парень-то крепкий, кажись с головой. Доброе. Нет, дед. Я вернусь, а они... Половину славки к отцу или еще куда. Куда я без нее? Какая мне жизнь? Только в петлю головой. Я точно говорю. А как же дальше собираетесь жить? В город подадимся, в Саратов. А там брюхо маленькое подрастет, и к осени в город. У меня ведь там брат на заводе работает. А мы только справки. Ох уж эти справки. Всем справки. Ну, бывайте. А ты, Дмитрий, подумай о моих словах. Ты не бандит, а живешь в лесу, как те зеленые. Бывайте. Ладно. Слышь-ка, Михайло, почудилось, пробитёнок где-то кричит. Почудилось. Иди делай свое дело, потолкни. Они наши мужички дела не понимают. Им что?
Им бы только чем перед начальством заслужить, да перед газетой. А настоящей сути они учуять не могут. На показ живут, а не для земли устройства. Власть — это вожжи. Власть-то на власть. А мужик должен себя не ронять для своего мужицкого дела. И путь к своему делу должен твердо знать. Который мужик слабый к делу, какая от него всему польза? Он много жалуется, к делу не склонен. Власть. У нас в полку писарь любил говорить. В России две напасти. Власть мы и тьма власти. Я про то хочу сказать, мужики, что власть еще дело малое. Нужна она нам, как саха или коса, как инструмент, который в дело можно употребить. Понял? Скажем так, дан мужику правеж над землей, и должен он над нею властвовать. Но и властвует, но и куражится. А надо еще умение пользоваться землей. Вот это умение есть то самое, что похитрей любой власти. А это вот они, энти, и не чуют, а указывают гораздо. Да, ежели б к нашей власти да наши мужицкие руки присовокупить, радеющую душу, без понукания, без недоверия к земледельцу, о, какую победу одержать можно. Гляди, сколь народу-то прет. Коммунары, коммунары, бедные, нет у вас ни коммунары, стали люди бедные. Ой, спасибо Ленину, ой, спасибо Сталину, пусть он уйдет на рань, и конфетку Ванину. Ну и время, ну и да, мужику совсем беда. Нет хлеба, нет земли, все соседи замели. Отдайте мне клочок земли, чтобы было что сказать. Дайте мне мешок пыли, чтобы было что сказать. А ты, тетка Миланя, чего с угодником? Мы как полотенце в воду опущаем, явлению несем. А ты, Карп Иванович, чего? Чего? А чего, чего? Ничего, вот чего. Ты скажи, Карп Иванович, ты-то чего? А его раз, чего и мне? Что же это? Как же это, мужики? Ведь вы за мной пошли. Вы ж меня, депутаты. Что же мне теперь за вами идти? От себя отреться? Какое я найду в себе депутатское оправдание перед Богом, перед вами? Бурной речкой, темным оврагом, дремучим лесом, выжженным полем лег бы я на вашем неверном пути. Да только не подвластно мне это. Я сердце мое кладу поперек. И не ступайте. Топчите. Что ты думаешь? Хорошо так жить, Акимович? Нет, ты что ты? Хорошо? Погодите, Матвей. Погоди, Степан Крестов. Погоди, народ. Отвечу. Отвечу, как могу. Колхозная линия правильная. И она не виноватая, что кто-то начал наспех гнуть ее, искривлять. То ли по злому умыслу, то ли по глупости. Ай, один черт! Там, наверху, разберутся. Сталин пришлет жетон своего человека. Тот посмотрит, накажет виновных. И все будет хорошо, мужики. Ты зачем это говоришь? Зачем? Ты человек партийный, за всех нас отвечать должен. Все мы из одного места родом.
через сердце свое не приступим. Эх ты! Дай-ка ему посмотреть. Какое преступление-то? Уполномоченного еще по зимнюю подбил. Политически, значит. Теперь все политически. Разберемся. Ах, срамота. На боках и то спорее. Чего, американцы он давно на тракторах падает? Давно. Ну, не таких самоваров. Американец он хитрый. Небось, на свои поля не пустит. Это гадость. В России отправил. Народ, мол, темный. Все купит. Ничего, дай срок, скоро свои будут. Что получше этих. Слышишь? А ну, стороной отвечай! Стороной, говорю, отвечай! Кто еще? Красенький, попридержал бы язык на свой. А то... Так это шо? Ну, он свой геройский поступок-то по всей округе на хвосте сорокой разнес. А я молчу. О, молчи. Ладно. Спасибо за клирвы, товарищи. Прощай. Прощай, дело у меня тут. Здорово, Карпова. Доброе здоровье, Вильян. Доброе утро. Доброе здоровье. Где пойдет-то с ребенком, Карпушка? Помнишь, на матери оставили. Зачем же ты это сделал? Он же бандит. Передушил бы нас. Дурак ты. Какой же он бандит? Раз от властей скрывается, ставьте. Еще раз, дурак. Это почему же? Человек совершил преступление, значит, должен держать ответ. Какое там преступление? А уполномоченному побил. А тому уполномоченному и надо. Я разобрался, в чем дело. Не поговорил с парнем. Ванюшка мне рассказывал, в чем дело. Раз так можно. Может, ты
Михайло, забыл? Забыл, как Андрей Сакин твои яблони с корнем выдергивал? Забыл, как над улькой измывались? Как их непокойный батюшка твою жинку на колени ставил? Забыл? Ну, так и забывай. А я так вот вовек не забуду, как за паршивую икону мать тех Сапкина заставили меня кровью хавкать. Это я своей глупой Миланье все могу прощать. А я им тех своими собственными руками. И Митька раз кровью помешался с бандитами. Бандитской породой. Нет у меня к нему пощады. И на страшном суде не раскаюсь, что выдал его властям. Не царским властям, а своей родной советской власти. И ты меня, Михайло, не попрекай. Неуж твоя правда, Карпушка? Моя правда, Михайло. Бандитскую берючую шкуру залез Митрий. А ты ему раз сукиному сыну не поверил.
что? Ах, да я. Пестюшка, дорогой. Это я. Ну, садись, Березу. Подсоби. Ну, как ты старый. Я не признал тебя разом. На, и не признаешь. Неужто так бедственно? А? Бедственно. Ох, бедственно. Сусеки опустили начисто. Животины почти не осталось. Люди по соседним селам, да окрестным деревням разбрелись. Вот. Горсть отрубей добыл. До полплитки жмыха. Вы как там, в Екатериновке? Голодно. Но не так. Он и просиним ребятишкам прожить связан. Да мяса вечного. Это хорошо. Жива она, Ефросинья, жива. И Николай, да ради Христа, отсыпал нам со старухой ржиц чуток. Давай торбу. Спасибо тебя, Бог. На здоровье. Спасибо. На! А там хлебец-то. Отсеялись. Соломовская летость не скидована. Урожай Мгоиц не обошел нас. Стоит она под дождем и солнцем. Под ветром и снегом стоит и гниет, родная. А вы что? А ты тронь. Сдано, учтено, подписано. Не наша она стала быть теперь, не колхозная. Не имеем правов. Солома гниет. А скот по бескормице дохнет. Фу! Стой! Стой! Это что ж такое, а? Али мы не граждане своего села? Али бы не хозяева своего колхозу, али покинул нас советская власть, то ты как быть? Один на один биться. С кем биться-то? С кем, с кем? С дружком своим, с Ворониным же. А что и надо? Надо. А ты вот скажи, скажи нам все это. Вот так прямо и скажи. Скажи насчет наших правов, насчет советской свободы. Ты вон умотнул, подтепил бачок селяники, а нам... Куда и податься? Молчишь? Выдали нам по 100 граммов на трудодень. Надежа. Думаем, осенью еще. По килограмм получим при расчете с государством. Доживем до урожая. Не подохнем. Но надежда наша и рухнула. Кто это нашелся окаянный? Объявил встречный план. И пошло, поехало нести по сусекам. До последней зернинки. А этот лишак окаянный Воронин мечется со своим щупом по всей деревне. Чтоб, значит, никакой утайки. Что значит, до смерти оголодали? Ну, был бы я кулак какой. Или твой брат Петруха за тебя досадил. А то ведь нет всех поголовно. Кто нам защиту даст? Кто пощадит? Кто? Советская власть. Советская власть. Где она, эта советская власть? В Иланде, в Саратове, в Москве, вон и как далеко. Оглохли и ослепли.
не глядячи. В Савкином затоне власть и есть советская. Ты и есть мужицкая власть. Ты и Спиридоныч, Федот Ефремов, противник мой, Петруха, Аким Кузец, Ванька Полетаев. Все артель, советская власть. Все колхозная артель, власть. Я? Ты? Власть? Ты власть. А ну слезай. А ну слезай. Сейчас говорю. Ну, че ты? Власть на ноги. Руки прими. Сейчас говорю. Промокни его. Стой. Ты че оторвусь? Держи. Забирай. Естюшка. Забирай свой продукт. Ты не обнялся. Держи. Ну. Ну, пошла. Вперед. Вперед. Стой. Стоять. Я власть! Я власть! Коли я власть, я власть! Коли я власть, я власть! 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 Коли я власть, я власть! Власть! Сивка, живой, ешь, Сейчас, погоди. На, ешь. Забыл, с голодушки. Ой, ешь. Господу Богу, чтобы прибрал он меня рабу своей Ефросинью. А так, куда я от них денусь? Но Санька-то с Ленькой, они большие. Они, может, выживут. Растёна замужем. А Мишка, куда ты без меня денешься? Мал ты еще. Ты, Мишка, завтра его со мной в Малую Екатеринку поедешь. Собирайся. Матери малость полегче будет. С утра собирайся, поедем. Поезжай. Поезжай, сыночка. А ты без хлеба здесь зачахнешь. Ладно, мам, поеду. Ну вот и ладно. Вот и Христос с тобой. Только ты там мать свою не забывай. Да и ты, Буленный, может, придет, устыдишься? Ну, будет тебе, будет. Ну, ладно, муж. Только ты там не кидай его на чужих людей. Нынче время-то какое, знаешь? Ты говоришь так, будто ему не 14 годов. Опять. Это не пять, а для матери дитё всегда дитё. Ничего твоему дитю не будет.
Петру сходить. Харчишки снизь, поди, тоже оголодали. Ой, сыночка ты мой, сыночка, ой, не забывай же ты там матерью свою, ой, тебе, однако, Павлуха, агулом не приучайся сидеть. Дураки есть. Сволочи, это верно. Может, среди них и подпольная контра против мужика гонения сотворяют. Тоже верно. А мы? Выходит, что же? Мы вроде советской властью отброшены и забыты. Сволочей, противорайонного полномочного и противоэнтого засранца Воронина в Петрухиной избе с завешенными окнами правду шепчем. Где же она, эта правда? А правда вот где. В России промеж нас противо дураков злочей много хорошего люда. Нам-то хорошим, не им. Надо теперь напрочно себя на земле чуять. Не они, а мы должны теперь считать себя хозяевами исконными. Век вековать на этой земле, надеемся. Добро на ней делать. Говоришь, хороших людей много. И хороший я хороший, вся Россия хорошая. Рабочий, что мужик, все. А чего же он рабочий-то? Из наших сосед все поизнял, не тряхнул. Как по подразверстке в известном годе. Что рабочий не понимает? Что после этого ему самому-то, рабочему-то, туго придется, не посильно придется-то, рабочему-то. Центра. Центра, говорю, есть. Ты думаешь, Воронин да Колодный уполномоченный сами по себе? Есть и весть какая центра, чтобы известь советскую власть. А начинают с мужика. Они наше терпение испытывают, чтоб возроптали. Центра, говорю, есть. Россия еще на свой колхозный путь не вышла. Советская власть нам, ну-ка попробуйте, кумекайте на волю жить, умом своим справляться. А наш-то ум православный, заставь Богу молиться, мы лоб расшибем. Государство нам план божеский, а попы наши активисты, в вере рвении своем, нате-ка встречный. Мужик, мол, привык, выдержит. А попам почет и приход. Не только хозяйство разрушают. Веру. Веру в общее хозяйство разрушают. А как начнет великая Россия? И в самом деле, как начнет она по-новому-то жить? Как пойдет она по своим путям? Вот тады. Вот коли мы хозяева судьбы своей изволикали,
вот что надо. Здесь вся затонская советская власть. Надо проголосовать и постановить, чтобы честно и по протоколу. Вынухли бы далеко, подложили на сходах. Люди дотянут, а скотина. Спасать надо, мужики. Спасать надо скотину. Потому как она лошаденка да коровенка. Спокойно веку наша кормилица. А мы кормилица страны. К себе малой Екатериновке мы... Стало быть, мы малой Екатериновке остановили единогласно. Всю солому, что на полях, которую заготовители к сроку не увезли, конфисковать. И разделить по дворам. И увезти на скотный двор, коням, вот так. Рисковать не имеем права. Сохраним скот, право найдем. Ну, вот как... Экой горячей. А может, в долг? До осени, государство. Может, и в долг. Это сходится. Ну так, пиши законный протокол. Да будь вы, леший, будь. Тише, мужики. Анчутка едет. Кто? Воронин же!